Всем привет, дорогие друзья, с вами Енот, а это клуб настольных игр «Мир в коробке». И сегодня у нас на распаковке комплект промо-карт и планшетов для настольной игры «Архитекторы Западного Королевства». Ну что, давайте же заглянем в этот пакет. Долго я их ждал, они пришли отдельно от игры, поскольку я житель Украины. У нас была проблема с поставкой именно промок, да и самой игры, потому что я был в первом тираже, но оно доехало. За это спасибо LoveKigger, что они не бросили нас, они еще всем по 500 рублей подарили. Вот такие вот промки. Пока не могу сказать, сильно ли они повлияют на процесс игры или сделают они более разнообразной. Но тем не менее, и планшеты. Планшеты, где вы открываетесь. Они двухсторонние. Чем они отличаются, я не знаю. Я даже в саму игру еще не успел поиграть из-за того, что просто не хватает времени. То распаковки, то семья, то работа, то дела. Очень крутые на ощупь, они как будто навощенные. Так, и так. Такая вот небольшая распаковка. Ну что ж, друзья, вот мы и провели распаковку промо-карт для настольной игры «Архитекторы Западного Королевства», где мы нашли шикарные планшеты с шикарными персонажами и крутые карты персонажей и построек. Вот, спасибо Лавке, что она нас не кинула и выслала их повторно. Теперь вы можете нас подписаться на ютубчике, поставить большой палец, также в ВКонтакте, в Фейсбуке, в Телеграме и Инстаграме на двух международных сайтах, TCR и BGG, везде мы клуб «Мир в коробке» или просто «Мир в коробке», потому что каждая игра — это огромный мир в маленькой коробке. Всем пока!